хочу задать вам... Директор музея-заповедника «Старая Сарепта» Юлия Столбина в видеосюжете, обращенном к игрокам известной интеллектуальной передачи «Своя игра» на канале НТВ в рамках рубрики «Вопросы от» задала несколько интересных и каверзных вопросов об истории Сарепты. Вопросы от музея «Старая Сарепта» за 400. Сарепта является родиной сарпинки – легкой хлопчатобумажной ткани с полосатым и клетчатым рисунком. Именно эта императрица охотно заказывала сарпинку на летние платья для своих фрейлин. Екатерина II. Верно. Интеллектуалы легко ответили на вопросы об истории колонии, об органе в лютеранской кирхе, о ткани сарпинки, о жалованной грамоте Екатерины II сарептянам. А вот вопрос о браке по жребию поставил их в тупик. Вопросы от музея «Старая Сарепта» за 600. Жители сарепской колонии распределялись по парам для вступления в брак именно таким способом. По жребию. Это не первый опыт участия Волгоградского музея-заповедника в съемках передач на федеральном канале. С каждым годом Старая Сарепта становится все более узнаваемым музеем в России. И этому во многом способствует активная и современная музейная позиция. Сарепта также давно стала привлекательной площадкой для YouTube-блогеров, продвигая на информационном поле не только музей-заповедник, но и весь Волгоградский регион. Марина Романова, телеканал «Волгоград-1».